И всем привет, мои дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике, пупсы, мы будем с вами трейдить мега злую чекатриску, ребятки, мега эвил злую чекатриску, ребятки, прошу прощения, и смотрите просто, как она выглядит вообще в ночное время, ребятки, ну это просто вообще бомба, питомец шикарный, довольно-таки ценный, ребятки. Так что видеоролик обещает быть горячим, ребятки. Но перед началом просмотра данного видеоролика я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой YouTube-каналчик, включить уведомления. Также не забывайте писать свое мнение насчет данного питомца в комментариях. И также не забудьте самое главное, ребятки, влепить свой драгоценный лайкусик. Вам не сложно спуститься и тыкнуть лайк, а мне очень приятно. И я буду благодарен абсолютно каждому, кто это сделает прямо сейчас, ребятки. Но также мы не будем с вами нарушать традицию. У меня сейчас в моем телеграм-канале по ссылочке в описании проходит куча конкурсов, ребятки, потому что я вас радую видеороликами каждый день. Ну и давайте сейчас мы тоже запустим конкурс на коровку. Конечно, без зелек, ребятки, но все же это корова, ребят. Она очень довольно-таки ценненькая, ее можно нормально затрейдить, ребятки. Переходите по ссылке в описании, ребят. Именно в описании прям ссылка. То есть открывайте описание видеоролика, заходите в телеграм-каналчик, выполняйте элементарные условия и забирайте эту коровку себе. Ну а мы начинаем, ребятки, не смею вас задерживать. Приятного аппетита, приятного просмотра, погнали! Ребят, прямо сейчас Старпец в честь Хэллоуина проводит множество крутых конкурсов на очень крутых и дорогих питомцев в своих социальных сетях. Телеграм, ВК, Дискорд, Инстаграм. Участвовать можно везде и сразу. Конкурсы продлятся недолго, поэтому переходите по ссылке в закрепленном комментарии в социальной сети Старпец, участвуйте и выигрывайте крутые призы от лучшего маркетплейса по робоксу starpets.gg. Итак, ребятки, мы с вами переместились в локацию с трейдиками, ребятки. Сервер у нас, в принципе, обещает быть хорошим, ребятки. Тут у нас уже есть Фрост Дракончик, но давайте мы все равно придержим немножечко интрижки и начнем хотя бы кидать совушки. А вообще бы лучше вот нам еще кинуть мега Флайрайт Фури, ребятки, и посмотреть. Может быть, он согласится на мега чекатриску эвил. Куда пошел? Он хотел сове, походу, да, там кинуть рейд? Или кто там ускакал, ребятки? Ежик или сова? Я думала, сова, ребят. Я думала, сова, ребятки. Так, сова не принимает. Ну, давайте попробуем фросту, что ли. Так, нет, смотрите-ка. Нам сами кинули трейдик, ребят. Я сейчас что-то не понял. А что сейчас такое было? А, походу, мне кинули трейд. Да, ребят, сейчас так же и было, да? Мне кинули трейд, похоже. И я его как бы отклонил, но не отклоняю, то есть. Потому что приняла девочка с фростом трейд. Вот так, скорее всего, и вышло. Но, ребятки, у нас с вами уже первый трейдик. И, ну, точнее, второй, да, первый не удался. И нам предлагают НФР снежную совушку и райд козла. Но трейдик такой себе, мы его давайте сразу же будем отклонять. Кстати, блин, девочки, я надеюсь, она смотрит данный видеоролик, который под прошлым видеороликом сидела и прописывала тайминги. Ну, как, не тайминги, а тайм-коды, короче. То есть, какой трейд, на что трейд, блин, огромное тебе спасибо. Ты вообще умничка, спасибо тебе большое. Жаль, что я не смог закрепить этот комментарий, потому что у меня там реклама, как в этом видеоролике. Но все равно, ты большая молодец, огромное тебе спасибо за твои старания. Ты, блин, там такой комментарий, ребят, большой, прям пипец, честно. Если кто-то видел, тот поймет, о чем я сейчас говорю. Но у нас с вами третий трейдик, ребят. И нам тут, ну, блин, предлагают от слова сказать вообще фигнюшку. А райд крыску и эму, ему. Короче, страус. Не знаю, как по-английски, по вашему английскому, не понимаю. Лучше по-русски буду, ребят. Так, ну что у нас тут еще с вами есть? Мега Флайрайт Фурия. Ну, давайте попробуем. Так, тут еще у нас есть сова, но давайте начнем с мега Флайрайт Фурии, ребятки. Блин, не знаю сколько, мне кажется, не даст. Ну да, не даст, не даст, не даст он, ребятки. Ну, давайте попробуем, может быть, на совушку. Хотя мега Флайрайт Фурия меньше, но все же, может быть, стрельнет трейдик-то, ребят. Так, нам сами кидают трейдики, ребят. Вот это, в принципе, прикольно. Я надеюсь, это не подписчик. Но мне кажется, это подписчик. Да? Ну да, скорее всего, это подписчик, потому что ничего, я видео. Да, ты видео, но зачем ты просто заходишь? Я вот просто не понимаю, ребят. Надо опять будет выключать. Сейчас на следующий сервачок пойду, буду выключать опять, чтобы ко мне никто не мог присоединяться. Зачем вот так делать, типа, блин. Ну и что-то, что ты попал в видеоролик. Ты понимаешь, ты попал в плохом виде видеоролик. Ты мне мешаешь записывать видеоролик. Как бы. Такое себе, ребятки, такое себе. Так, ну кому? Ну давайте попробуем НФР Туркли. Я уж не знаю, куда уж ниже-то, ребят. Я, конечно, понимаю, что питомец, ну, не прям уж настолько прям дорогой. Но все же нужно как бы иметь совесть-то. Совесть-то нужно иметь, ребят. Так, НФР-черепашка.
НФР черепашка. Я надеюсь, то, что ты нас не опрокинешь и согласишься. ОМГ! Она пишет нам ОМГ! Ребятки, ОМГ! То есть, скорее всего, АДД, плиз. Давайте напишем. Так. Sorry. No. Вот так. И грустненькие скобочки, ребятки. Может быть, все же он согласится. Блин, ребятки, он такой new trade. Печалька, печалька. Но, блин, он был в шоке, ребятки, от мега чикатриски. Эвил чикатриски, да? Ребятки, кстати, смотрите. Один день, ребят. То есть, видеоролик сегодня выходит. Завтра, скорее всего, уже питомцев убирают, ребятки. Обязательно успейте закупиться питомчиками. Уж не знаю насчет злых чикатрис, уберут их или нет. Но это убирается через один день. И вообще, мне кажется, через один день весь замок просто уберут из игры. Ну, я, по крайней мере, буду на это надеяться, чтобы наш поединок Нежити с вами вырос в цене. Кстати, кто не видел трейды на мега поединок Нежити, переходите сейчас по подсказке сверху, ребятки. Там такой шикарный трейд мне прилетел. Я был в шоке, ребят. Я просто кричал. Так, ребятки, тут есть НФР Фурия. Так, опять это подписчик. Все понятно, короче. А, нет, стойте. Это, походу, был не подписчик, ребят. Походу, это был не подписчик. А вот это, походу, подписчик. Нет. Нам предлагают НР Хорсе. НР Лошадку. Но это фигнюлька, честно говорю. Мы отклоняем трейдик. Так, смотрите. Тут у нас девочка с НФР Фурией. Ой, зачем мне надо? Мне не нужен ваш череп. Не нужен. Вот тут мальчик что-то бегает, я буду специально просто игнорировать, чтобы сам отстал. Он не проявляет ко мне уважения, он видит, что, скорее всего, я видеоролик записываю, потому что я всегда видеоролики говорю, что я просто так не трейдж, только видеоролики если записываю. Он тут бегает, вот прыгает, не проявляет ко мне уважения, тут спамит что-то, трейды мне кидает. Ну, вот, я также, так скажем, буду просто его игнорировать, ребят. То есть все взаимно. Так, НФР Фурия, девочка у нас с НФР Фурией. Давай, потрейдимся с тобой. Может быть, хотя бы... Надо с чего-то начинать, ребят. От чего-то нам нужно отталкиваться, ребятки. От чего-то нужно оттолкнуться, честно говоря. Но, блин, ее прям тут зажали. Прям вообще все вокруг нее столпились. Она еще не на питомце. Это довольно-таки тяжело. Опа-на. Приветик. Приветик. Не желаешь затрейдиться со мной на мегазовую чикатриску? Давайте отцепнем сразу. Может быть, все же она согласится... Но это не простая мега чикатрис, это мега злая чикатрис, то есть мега эвил чикатриска, ребятки. Блин, ну... Ну давай. Да, ребятки, все, она приняла трейдик, то есть НФР Фурию нам уже предложили за мега злую чикатриску, ребятки. НФР Фурия. Конечно же, это не окуп, далеко не окуп, и скорее всего я переплачиваю, ребятки. Мы отклоняем данный трейд. Девочка, извини, пожалуйста, но спасибо тебе за трейдик. Трейдик прикольный. Так, ну давайте мы еще попробуем сами кому-то здесь покидать. МФР Юни. МФР Юни у нас здесь есть. В принципе, можно попробовать на МФР Юни потрейдиться. Конечно, я могу МФР Фрастукину трейд, но толку особо от этого, думаю, не будет. Вообще, мне кажется, толку от этого не будет. Так. Так, ребятки. Опа, все, приняла трейдик наш с вами. Так. Ага. Опа, засунула МФР Юни, ребят. Она засунула МФР Юни. АДД просит, АДД. Давайте мы ей напишем овер. Давайте напишем good offer. Да, ребятки. Я, во-первых, залагал. И, во-вторых, она просто отклонила трейд. Просто отклонила трейд, ребят. Так, ну что, наверное, скорее всего, ребятки, нам тут больше ловить-то особо и нечего. О, давайте ежику попробуем кинуть трейдик. И потом уже с вами будем подключаться на следующий сервачок. Я как раз-таки отключу подключение подписчиков. Чтобы вот здесь такого не было хаоса, то, что тут бегают. Я подписан, я не подписан, дай питомцы и так далее. АДДС. Давайте напишем... Что мы ей напишем? Ну, давайте также овер... Good offer. Попробуем все же. Может быть, ребятки, стрельнет трейдик-то. МФР злую чикатриску не так, ну, легко добыть. А особенно если через день она пропадет, ребят, то, естественно, в цене она сразу же моментально уже вырастет, потому что купить ее будет нельзя. Но трейдик она у нас отклоняет, ну и фиг с ней. Ребятки, а мы с вами давайте переходить на следующий сервачок. Итак, ребятки, мы с вами переместились на следующий сервачок, и я уже не успел зайти, мне сразу же прилетел трейдик.
На сервачок грузился я достаточно долго, почему-то с утречка у нас прям сервера очень долго идут. Так, ну, золотой урус, что это такое, не знаю, тюлень, наверное, фигня. Это мы сразу отклоняем. Так, ну тут у нас что есть? Есть фэр-попугай. Давайте, фэр-ворн. Давайте сразу начнем с фэр-ворна. Что он скажет на данный трейд? Пупс. Давайте скажет, что все хорошо. АДД. Лол, напишем давайте ему. Так, лол. Какой дуд. Good offer, ребятки, давайте мы ему напишем. О, сейчас, конечно, отклонит трейд. Да, это просто очевидно. Так, тут мега танц... мега красный дракончик у нас ходит. Так, еще и НФР черепаха. Ну-ка. Давайте кому-нибудь уже кинем трейдик. Так, НФР черепашка. Давай. Трейдимся. Для тебя это окупной трейд. А, ну понятно, ладно. Просто не понимаю многих логику. Типа Чикатрис намного дороже, чем НФР черепаха. Но он просто отказывается от трейда. Просто от чистой выгоды отказывается, ребят. Так, тут МФР красный дракончик что-то ничего не хочет. Точнее, не хочет трейд наш принимать. Так, ребят. Мега фуаряет Кицуне. Я надеюсь, он не попросит добавки, но мы отцепнем сразу. Давайте сразу отцепнем. Конечно, мне советовали в комментариях, не надо сразу отцептать, потому что подумают, что... Вот, видите, подумают, что переплачивают. Ну окей, давай мы тебе тогда предложим за твоего... Ниндзя Монки. Джинджера Кота. Вот и все. Вот и на этом с тобой и закончим. Так, ребятки, тут у нас еще есть Ёж. Давайте тоже кинем трейдик Ёжику. Тут еще есть у нас NFR Феникс, но вот не знаю, стоит ли кидать NFR Фениксу трейдик, потому что, ну, в принципе, это прям, ну, это даже ниже, чем NFR Фурия, а мы с вами уже NFR Фурию в трейдике получили, так сказать, что-то, ну, ниже смотреть я не вижу особого смысла. То есть, если NFR Фурию дали, то все. Как бы тут уже все. Ниже не принимаем. Планочку не снижаем, ребят. Так, тут нам трейдик кинули и предлагают нам райд. Рыцарскую лошадь. Простую рыцарскую лошадь, фэр пингвина, райд зомби быка, райд ибиса. Ну, короче, прям вообще максимально фигнюшка. Мы его отклоняем, трейдик, соответственно. И давайте сами будем кидать. Давай, ёж, принимай. Тут у нас ёжик. И вот МФР красный дракон меня очень сильно интересует. Блин, сова что-то сюда прилетела. Лети отсюда. Кыш, улетай. Прилетела сюда. Тут нам кинули трейдик. Подписывайтесь на канал. Ребят, меня и тут уже нашли. Да, ребятки, но вот эта девчонка лучшая и умничка вообще, то, что она правильно сказала. Дело говорит, ребятки, обязательно подпишитесь на канал. Я хочу 100 тысяч скорее на канале, ребят, и надеюсь, то, что за этот месяц мы с вами выполним эту цель. Так, ну а в трейдике нам дают NFR Cerberus'а и NR Cerberus'а. В принципе, нормально, даже, мне кажется, по цене... Не, NFR Фурия все равно будет ценнее, но все же, ребятки, все же. Как бы трейдик трейдиком, но... Так, опять нам кидает MFR Кицуне, да, трейд? Это MFR Кицуне была. Я помню тебя. Но она нам сейчас дает King B NFR. Ну, оставь себе. Оставь ее себе, нам она особо не нужна. Нам нужен Ёж. Но Ёж нас булит. Тут NFR Кенгуру, NFR Кенгуру. Не хочу никуда телепортироваться, отстаньте. Опа-на. Наконец-то хоть кто-то у меня принял трейд. А, он даже, походу, не засунет. Нет, засунул. Ребят, засунул. А, ну и сразу отклонил. Ну ты и засранец. Ну ты, конечно, и засранец. Так, МФР Красный Дракон. Ты сегодня у меня трейд примешь? Или так и будешь меня игнорировать? Так, ну чё? Мегазоя Чикатрис. Не хочешь? Не хочешь никак? Мегазоя Чикатриску. Зачем тебе этот Красный Дракон? Мегазоя Чикатриска топовый питомец. Хм. Давайте и напишем Good. ИДК. А, так, ИДК это не добавить, ребят. Спасибо, кто мне помогает учить. Я с вами обучаюсь английскому, ребят. ИДК это значит нужно подумать. А, не знаю. Либо не знаю, либо надо подумать. Либо не знаю, либо надо подумать. Но тут у нас черепаха бегает за мной, скорее всего, мне кидает трейд. Ребят, блин, не знаю. Тут либо мы сейчас профукаем трейд, и она отклонит этот трейд. Либо, честно, не знаю, что даже ждать. Вот серьезно. Давай, быстрее. Ух. Походу отклонит, да? Ах. Извините, пожалуйста, но... Такие чувства, что она чем-то занимается неприличным. После таких сообщений, ребят, осуждаю. Осуждаю, но...
какие-то странные у нее сообщения, она такой, они у трейд. Зачем вообще мы ее ждали? Зачем мы ее ждали с вами? Челик, не пиши, ему видео снимать надо. А, это подписчица, да, правильно говорит, вот это она умничка, ребятки. Умничка, она не мешает мне трейд снимать и говорит еще мальчику, чтобы он, как бы, ну, не мешал мне снимать видеоролик, спасибо тебе. И это и она, кстати, кинула трейдик нам, она нам предлагает фэр туркли. В принципе, прикольно, но и на фэрфурию нам давали, и она, в принципе, дороже, ребят. Так что трейдик мы отклоняем, можно после записи подарок подарить. Блин, я подарки не принимаю, ты попал в видеоролик, спасибо тебе большое, но подарочки я не беру, ни от кого вообще. Так что как-то так. Ну давайте мы все-таки дожмем этого ежа, засранца. А то он у нас не принимает трейдик все время, а тут вот принял. Так, райт еж. Ну, я надеюсь, то, что уж на райт ежа-то ты сру. В смысле сру? Ребят, в смысле он... Осуждаю. Что он пишет такое? Ребят. Ну вообще адекватный. Писать такие вещи. В детской игре. Да, это, конечно, такое себе, ребят. Ой, крокодилу зачем-то я даю. Это, конечно, такое себе. Так, она нам кидала. А, это, короче, подписчик, я понял. Я все понял, ребят, теперь. Теперь-то я все понял. White Seer. Кан. Кан. Что, Кан? Что, Кан? Все, давайте мы будем без пустых трейдиков, они нам особо с вами не помогут, и трейды нам не сделают. Блин, Виверен, смотрите, какой красавчик. Ребят, прямо сейчас спускайтесь в комментарии и пишите, делаем трейды на мега Виверена или нет. Блин, шикарный питомец, ребят. Вообще, вы посмотрите на него. Я хочу себе его в меге, ребят. Все будет зависеть от вас, от ваших лайков и комментариев, ребят. Если очень комментариев много будет, то, что делаем трейды на мега Виверен, следующий видеоролик... Не заставить себя ждать, и мы сделаем трейды на мега Виверенчика, ребятки. Честно вам говорю. Так, ну на этом сервере, я думаю, нам ловить уже нечего, скорее всего, да? Опа, еж бегает за нами, в смысле? Ну-ка. Стоп. Ну-ка, ребят. Ну-ка. Согласен, что ли? Ребят, сейчас тут вот эта вставочка. And talking about... Skin the color of a pop. Или как-то там, не знаю, ребят. Кринжую немножечко. Но, блин, ребят. Райт, ёж. Хочу нажать, ребят, но... Блин, а, ребят, ну, что мы с вами делаем, ребят? Что мы делаем? Но он сам отклонил, ну и слава богу, значит так оно и нужно, ребятки. А мы давайте будем с вами переходить на следующий сервачок. Итак, ребятки, мы с вами переключились на следующий сервачок. И он, блин, прям вообще максимально плохой. Здесь только стоит бед. Только бед. Опа, Эвил. Опа, стойте, он мне сам что ли кинул трейд? Нет, ребят, это не Эвил. Эвил, стой, Эвил Юникорн. Или Ворон. White IADD. Ребятки, давайте я с вами потрежусь, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ребят. Ну, зачем вы так делаете? Ну, дайте мне тоже потрейдиться. Блин, ребят, нам не хотят давать трейдиться. Мега древний дракон. Но, блин, я не думаю, что есть смысл на него кидать трейдик. Так, NFR крокодил. Вот это уже интересно. NFR крокодильчик. Так, тут нам самим прилетает трейдик. Коме... Ой, Соме Кров. А, она на Крова, походу, трейдится. Походу, трейдится на Крова. Это она нам вообще сама, что ли, кинула трейд? С НР Крокодилом? Ну, давайте отцепнем. Давайте отцепнем и посмотрим, согласится она или нет. Суть это... Ну, так это она сейчас кинула трейд ведь. Или это опять как в начале было? То, что она приняла трейд, а мне кинул кто-то другой. Да нет, вроде она кидала. Ну давай, ты либо соглашаешься, либо нет. Ну не хочешь, как хочешь, все. Долго ждать тоже не собираемся. Так, тут следующий трейдик сразу нам прилетает с вами, ребятушки. И я надеюсь, что он будет наконец-таки нормальный. Забудьте про мои прошлые слова, ребят. Просто забудьте. И мы из-за нее потеряли Эвила. Вот где этот Эвил? Ну давайте хотя бы Ворону кинем трейд. А, вот Эвил. Братишка.
Макс Прошка. Пупс, давай меняться. А. А. Стойте, это Макс Про? Да, это он, ну что, дурак? Он что, дурак? Ну, окей. Раз на то пошло. Ну, окей, тогда. Тогда вот так. Тогда вот так. Ну, значит, никак, ребят. Похоже, никак, ребятки. Так, Fair Force Dragon, блин, не знаю, есть ли смысл. Ну, давайте попробуем. Попытка не пытка, так, как говорится, да? Попытка-то не пытка. Но мне кажется, нас пошлют куда подальше с вами, с этой мегазойчикатриской. Ну да, как я и говорил, ребятки, ну сервер такой себе. Давайте грузиться на следующий сервачок, и я буду надеяться, что он будет заключительный. Итак, ребятки, мы с вами уже на следующем сервачке, и сервер, ну блин. Ну не сказать, что плохой, но и не сказать, что хороший, потому что здесь фрост, но толку нам кидать трейдов нет, но давайте попробуем все же. Все же давайте попробуем. Давайте попробуем с вами, может быть что-то у нас получится, но хотя маловероятно, мне кажется, он будет в трейдах... Ой, опять пролагало. Мне кажется, он в трейде будет бесконечно, пока мы здесь будем находиться, потому что, ну это фрост. Его закидывают трейдами. Так, ребят, нам сами кинули трейд и предлагают нам Fair Albino Monkey. Прикольно, но давайте попросим АДД. Попробуем АДД. Чисто попробуем, ребят. Просто чисто попробуем. Ну, короче, нет. Не получилось, не фартануло, ребятки. Но, так, еще фрост. Тут у нас еще фростик. И тут, так, этому фростику тоже кидаем. Давайте закидывать всех трейдиками. В принципе... Почему бы, собственно говоря, и нет. Так, еще нам трейдик сами уже кинули, ребят. И предлагают нам райд, пинг, кошку, тукана. Короче, дальше смотреть не вижу. Чикатриску. Ну, короче, фигня. Фигнюшечка. Фигнюшечка. Так, тут у нас черепаха, черепаха простая, блин. Подписывайтесь на Фролов Гарант. Да, ребятки, подпишитесь на каналчик. Обязательно. Я не знаю, как меня подписчики находят. Я вроде отключил вход через Join. Но как-то все же заходит. Без понятия, ребят. Честно вам говорю, без понятия. Так, ну давайте какой-нибудь заключительный трейдик нормальный. Давайте вы не будете кидать там свои трейды, а то я знаю, какие там трейды им накидывают. 100% какие-нибудь бутерброды предлагают. А мы тут с вами сидим без трейдов. Просто все. Only фросты. Only спамим фростам, ребят. Спамим, спамим трейдиком. И я надеюсь, что они примут трейд. Примут. Приму трейд. Ну вот она по-любому с фурией своей кидает, блин, фросту трейд. Зачем? Я не понимаю. Я, конечно, и сам понимаю, что нам, скорее всего, ничего не светит, но попробовать стоит. Но явно не с фурией. Опа, она наконец-то приняла трейдик. Так, МФР, звайчик от риска. Это прихмахерши, ребят. Ребят, у нас уже есть с вами опыт с прихмахершами, и он, так скажем, довольно-таки плохой. И та прихмахерша тоже была на фросте. Кстати, ребят, может быть, это и есть та прихмахерша? Ну-ка, где она? Ребят, скорее всего, это, она и есть. Смотрите, от нее пахнет невкусно, ребят. Фу, отходим от нее. Прихмахерша, блин, кринжует. Честно говорю. Прихмахерша кринжанула. Кринжанула наша прихмахерша с вами. Так, ну, короче, я думаю, все. Это будет сейчас у нас последний трейдик. Нам предлагают фаерфурию, фаер крылатого коня и все, да? Diamond Egg, ребят. Все синее. У нас трейд по цветам с вами, походу, видеоролик. Трейд по цветам. А, она сама отклонила, типа. А что это было такое сейчас, ребят? Ладно, короче, ребятки, я думаю, на этом будем заканчивать. В принципе, трейдики нормальный вам показал. И на фарфуре это нормальный офер за мегазвучик от риску, ребятки. Давайте переходить к концу данного видеоролика. Ну что ж, ребятки, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Я надеюсь, он вам понравился. Вы влепили свой драгоценный лайкусик, подписались на мой каналчик, включили уведомления. И также, еще раз повторюсь, влепили свой драгоценный лайкусик, ребятки, это обязательно. Также, ребятки, не забываем про конкурс в моем телеграм-канальчике. Ссылочка находится в описании. Конкурс на коровку, ребятки. Ценный питомчик, ребятки. Обязательно переходите по ссылке в описании и участвуйте. Ну а с вами был Артем Фролов. Пока-пока.